Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы переходим ко второму эпизоду прохождения Resident Evil 2 Remake. Компания за Клэр Редфилд, уровень сложности хардкор. Проходим мы в костюме нуар, и также решили все-таки оставить черно-белый фон, нуаровский фон. Вот. Итак, у нас, давайте так, по плану, первым делом отправляемся назад к офису. К офису, осмотрим офис и осмотрим оружейное хранилище. Вот. Так, давайте тут заберем травушку, которую мы так и не подобрали. Ну а после уже отправимся наверх, на второй этаж, в поисках трех медальонов. Так, досочки возьмем, тоже их не взяли, здесь как раз заколотим, я думаю, наверное. Так, этот шевелится, смотрите, шевелится чувачок, и этот, наверное, живой. А, нет, здесь башку мы прострелили. Давайте окно вот это заколотим. Что, живой, да? Получается. Отлично, упал. Так, ножа у нас нет. Ладно, пускай он лежит. Бабенца, я не знаю, живая, нет? Нет. Окей. Также на втором этаже посмотрим, зайдем офис команды Stars. Посмотрим офис брата Клэра, Клэр, Криса. Так, что здесь у нас? Записка о пульте в кладовой. Похоже, что на клавиатуре пульта шкафчиков отсутствует несколько клавиш. Предлагаю тому, кто устроил этот бардак, поскорее найти запасные клавиши и починить пульт. Я знаю, кто ты, ублюдок. Кто еще мог так обосраться? Так. Кнопок у нас, полагаю, тоже не хватает. Угу. Тех же самых кнопок, двойки и тройки не хватает. Так, что у нас? 102 порох, 103 ножик. Здесь у нас что? Пленочка 106. Можем взять. 109. Патроны. Отлично. Ага. А вот, собственно, и гранатомет, друзья. Гранатомет. Но чтобы его взять, нам нужны... Что за... Опа-на. Да блин! Гость такой незваный пришел. Нормально так. Выломал дверь нам, главное. Так. Ключ-карту, короче, надо найти. Там какие-то... У нас гранаты еще. Да что ты такой? Во-во. Пипец. Что-то патронов много потратили. Так, здесь у нас для гранатомета гранаты лежат еще. Но это нам ничего не открыть. Ну окей, 106 и 109. 106. Пленочка. 109. Патроны. Отлично. Остальные нам не открыть. Так, пленка. Что у нас за пленка? Сюжетный предмет. На память. Катушка с непроявленной пленкой. На ней написано «на память». Отлично.
Так. Похоже, он труп, раз он не дергается, не шевелится. Фуражку свою потерял. Окей, здесь получается все, пока мы ничего больше не можем сделать. А, это вот этот чувак, который здесь лежал у двери. Это он ворвался к нам. Окей, давайте осмотрим офис. Вот этот чувак, как мы помним, он должен встать. Но пока его будить не будем, ладно. Пускай он отдыхает, лежит. Порох, отлично. Использование пороха. Патрон для пистолета, порох, две штуки. Кислотные боеприпасы, порох плюс высококачественный порох белый. Патрон для пистолета-пулемета, высококачественный порох, белый, две штуки. В участке осталось мало патронов, поэтому используйте весь порох, что найдете. Разные типы оружия используют разные патроны, поэтому следите за тем, что с чем соединяете. Иначе не получите нужного результата. Да. С этим мы сталкивались, когда играли за Леона. Я там напутал, короче. Был момент такой. И вместо патронов для дробовика я сделал патрон для револьвера. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так. Да кто там все ломится? Что за... Зомбарь там бегает. Нормально? Какой-то бешеный вообще зомби. Так, вот этот чувак у нас встанет. Мы помним, да? Да блин. Опять этот. Без руки. Живучий гад, а? Видимо, голодный. Так рвется за нами. Так. Окей, сейф. Мы тоже не знаем кода. Так, ну, в принципе, здесь ничего. Отчет об операции. 28 сентября, 2 часа 30 минут. У нас осталось всего четверо. У нас нет оружия, нет патронов, а постоянные стычки измотали нас физически и психологически. Нам конец. Офицер Филлипс как-то предложила бежать через канализацию. Кажется, под участком есть потайной тоннель, оставшийся в наследство от музея. Тогда ее идея показалась здором, но сейчас я изменил свое мнение. Да, мы не знаем, что существует тоннель или нет. К тому же в канализации могут быть зомби, но сидеть и ждать смерти тоже так себе перспектива. Надежды мало, но я постараюсь разузнать побольше про этот тоннель. Элиот Эдвард. Блин, опять встал. Настырный, а? Чётенько его припечатало. Так. Первое задание для новичка. Леон Скотт Кеннеди. Твое первое задание будет особенно важным и сложным. Твоя задача — открыть ящики своего стола. Ключ к успеху сокрыт в первых буквах наших имен. Введи буквы в порядке расположения наших рабочих мест. На столе два замка, по одному с каждой стороны. Открой оба. Иными словами, твое первое задание — запомнить имена других офицеров. Но это ты уже и так понял, да? Удачи, Леон. Кстати, не обещаю, что Скотт сходу даст тебе четкий ответ. Лейтенант Бреннек. Нацарапано между кровавыми разводами. Радуйся, что тебя здесь нет, новичок. Окей, помним, да, вот это задание, когда играли за Леона. Так. Нам надо, короче, имена. Давайте. Где-то тут... По-моему. А вот. Так. Р, да? А, Нел. Н. Е. Д. Нет. Так, есть. И вторая, да? Здесь где-то лежит. Так, кто у нас там? Г. Да. Р.
М. ГРМ. Да, наоборот, значит. МРГ. Ускоритель заряжения СЛС-60. Изучить. Деталь для СЛС-60 значительно ускоряет перезарядку. Так. Ну, а с тем мы не ходим, в принципе, пистолетом. Вот. У нас патронов для него нет. Если так. Окей. Ладно, можно будет все равно апгрейдить. Посмотреть, что из него получится. А, у нас ключей нету. Окей. Вышел, да? Раз, ожил. Зомбарь у нас тут. Отлично, упал. Так. Ну давайте добьем его, чтобы он не мешался. В принципе, здесь. Ну или добивать не будем, пускай он лежит. Так, а этот вроде все. Ну хотя фиг знает. Он такой живучий. Так. Окей. Здесь у нас все получается. Нужно отправляться на второй этаж. Но перед началом мы зайдем сюда. Проявим пленочку. Памятная фотография. Ага, помните, да, эту статую тоже за Леона. Значит, здесь тоже надо будет вставлять книгу, получается, чтобы забрать изумруд. Помним такое. У нас всего 2 патрона. Жесть. Так, давайте апгрейдим. Что, у нас есть белый порох? Не, белого пороха нету. Окей, храним тогда. Ну вот, в принципе. На вид, в принципе, ничего не изменилось. Поменяли барабан, получается. Окей. Так. Идем на второй этаж, да, получается, мы берем винтель, возьмем, детонатор возьмем. Да? Да. Детонатор. Так, там, по-моему, на втором этаже у нас C4. Надо вставлять, взрывать. Окей. Не знаю, не взяли аптечку. Зря, не зря. Ладно. Окей, патроны. 3 патрона, ну ладно. Ну почти обойма. В обойме сколько там? 6 патронов. Здесь 5. Осталось. Так. Там у нас наверху получается библиотека, да? Окей. Так, красная трава. Зеленую выложили, можно было и смешать, в принципе. Ну ладно, потаскаем с собой. Так, здесь у нас шкафчик, кстати. Ставим винтель. Давайте полутаем. Так, кап, да, там, по-моему, было.
Здесь, о, отлично. Зажигательные. А, блин. Зомбарь. Я забыл, что он здесь. В шкафчике. Еще. Отлично. А здесь у нас пусто. Опа! Смотрите, коробочку нашли. За Леона, когда мы играли, мы эту коробочку нашли в другом месте, помните, да? Крышка изысканной коробочки, украшена драгоценными камнями. Похоже, внутри что-то есть. Угу. Инструкция по переносному сейфу. Нажмите кнопку, чтобы включить соответствующую лампочку. Чтобы открыть сейф, включите их все. Кнопки нужно нажимать в определенном порядке. Нажав неправильную кнопку, вы выключите все лампочки, и вот придется начинать сначала. Да, здесь мы, когда играли за Леона, мы здесь нашли вот этот переносной сейф. Как раз. А здесь вместо переносного сейфа, правильно же, это коробочка, в которую нужно ставить изумруд. Но у нас его нет. Так, одно место у нас свободно. Вернуться, выложить? Давайте. То, что одно место, это тоже уже не очень хорошо. В принципе, зомбари, они мертвы, да, получается? У нас они там не дергаются, не шевелятся, когда мы мимо них пробегаем. Вот. Ну, как раз можно объединить. Объединение предметов. Некоторые предметы можно комбинировать с другими, как для освобождения ячейки, так и для создания совершенно новых предметов. Для этого нажмите «Объединить». У нас только подсказочка выскочила. Может, тут наобъединяли. Так, синей травы-то нет у нас? Нет. Окей. Ладно, направляемся. Дальше. Дело сделано. Окей. Идем в офис Старс. Так, здесь у нас ничего такого не лежит. Новенького. Так. Уставший зомби упал. В принципе, их опасаться... Можно их не опасаться. У нас... Когда за Леона играли, они, в принципе, не вставали. Но здесь кто знает. Может, и станутся. Но я думаю, навряд ли почему-то. Вот почему-то мне кажется. Так, здесь у нас лизун должен быть, да? По идее. Окей, еще, смотрите, гранаты. Еще ништяк. Так, ну лизуна здесь нет. Окей. Мы пришли в офис Старс. Так. Красная трава. Пока не берем. Пока не будем брать. Вот и батарея. Отлично. Для детонатора. Детонатор готов. Можно относить. Служебная записка. 22 сентября 1998 год. Записка о перемещении офисных принадлежностей. Термостойкий сейф с комбинацией из трех чисел перемещен из офиса Старс второго этажа в западный офис первого этажа. Комбинация 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Изменить ее сразу после получения записки. Отдел снабжения полицейского управления Raccoon City. Угу. Так. Ну, в принципе,
Поняли, да, про какой сейф говорили? Только что из того офиса мы пришли. Можно, в принципе, отправиться будет. Открыть сейф. Так, ну давайте с самого начала. Дартс, смотрите. Интересно, здесь... А, здесь тоже... Так. За Клэр, когда играем, тоже не работает, не взаимодействует с этим пультом управления. В оригинале, по-моему, точно. Вот по-моему... Вот они какой-то сигнал подавали с Леоном. Так, отлично. Белый порох взяли. Скомбинировали. Зеленые бомбы. Так, аптечку берем. Что-то все скрипит, все хрустит. О, смотрите. У Джил есть собачка. Не замечал я такого. Письмо какое-то лежит. Так, световая граната, отлично. Что еще интересного мы там пропустили в прошлом прохождении? Какие-то отсылочки, может, лежат. Так, еще, смотрите. Напалм. Не к добру мы это все берем, не к добру. Так, это что у нас? О, патроны для пистолета. Записка Леона. Ого. Клэр, надеюсь, ты получишь это письмо. Здесь все кишит монстрами, а твоего брата нигде нет. Просто уходи отсюда, как только сможешь. Очень надеюсь, что ты цела, Леон. А когда, интересно, успел Леон написать записку? Я что-то такого не видел, чтобы он в нашем прохождении писал записку для Клэр. Смотрите. Там вместо револьвера висит УЗИ. Круто. Круто. Так что нам надо найти флешку, и у нас будет автомат. Компьютер не заработает, да, понятно, у нас флешки нет. Необходимо подтвердить профиль. Вставьте электронный ключ в USB-порт. Ну, собственно, да, этот USB-порт. Окей. Окей. Так, где здесь? Кстати, енотов нету. Или в прохождении за Клэр енотов не будет. Так. Окей, места у нас нет. Красная трава пускай тогда лежит. Мы еще, значит, вернемся сюда. Господи, не подходи! Да ладно! Черт! Тиран! Какого черта? Почему он так быстро появился? Жесть! Где выход? Сейв-рум, нам нужен сейв-рум. Быстро, быстро, быстро. Какого черта? Тираниус, блин. Не. Конечно, значительно, значительно быстрее здесь все происходит. Даже не успеваешь ничего понять, короче. Так. Ну привет, дружище. Ой, 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 он сюда идет. Черт. Хорошо, что не зашел. Что там? Куда он свалил, этот дружище? Блин, сейчас, теперь будет намного сложнее исследовать полицейский участок.
Так, он вроде ушел куда-то. Да блин! Какого черта? На. Снова в сейв-рум бежим. Не дает выйти. Козел. Видели, да, такой там? Стоит. Притаился, блин. Так. Вроде ушел, да? Нет. Лазает там где-то. Так, окей, ладно. Пускай он там лазает. Идем тогда наверх. К сейфу пойдем потом. Пускай он лазает. Так. Пойдемте. Ставим, короче, этот. C4 в библиотеке. Отлично, патроны еще. Да чтоб тебя! Oh, no. Тварь. Так. А мы не помним, да, пароль? Не знаем. Ага, скажи, сюда идешь. Черт. Ключ. Отлично, взяли ключ. Так, ключ с головкой в форме пиковой масти. Окей, отлично. О, жесть. Жесть. Мы там в комнате в той ничего не пропустили или пропустили? Сюда идет? Ломится. Фу. Пронесло. Вроде тишина. Так, зомби. Вообще давят на нас. О, щит! Черт, где выход? Бегом. Да блин, какой он быстрый, а? Тварь. Сюда, быстро. Открывай дверь, ну! Чё ты её ладошкой гладишь? Отлично. Чёрт. Так. Просто бегом все двери открываем. Отлично. Блин, уже здесь. Говнюк, а? Все, я в домике. Уродец. Так. Но было жить, в принципе, нечего. Нам надо все-таки сходить и поставить этот C4. Уже покончить с этим. Так. Все, он вроде ушел. Куда-то зашел.
Блин, если бы не этот зомбарь, который наверху, которого мы постреляли и пошумели, мы бы, может, и не привлекли внимание тирана. Так, блин, пришлось пошуметь. Пробежались там, блин, половину пропустили. Окей. Смотрим, что же мы здесь напропускали. Хотя в этой комнате, наверное, мы ничего не пропустили. Да чтоб тебя! Затопал сразу, блин. Ах ты, тварь, а! Да, сейчас мы жесть пошумели, конечно. Хотя шаги угасли. Блин, там тупик. С какой стороны-то он выйдет? Это у нас порох. Отлично, берем. Доски. Забираем. Блин, зашел все-таки. Этот уродец нам не дает спокойно, короче, исследовать. Мы много чего пропустим из-за него. Так. Там пол, по-моему, рушится. Бегом, бегом, бегом. Тут что-то еще лежит. Красная книга. Ходи. Ладно, по той же схеме. Давайте откроем сейф. Воспользуемся моментом. Так, что у нас там? 9 влево. 15 вправо. И что там? 7 влево, да? Отлично. О боже. Как раз этого и не хватало. О, отлично. Взяли. Взяли дополнительную сумочку. Так. Вроде затишье, да? Ну что, даст он нам поставить все-таки этот C4 долбанный. Так. Что можно сбросить? Давайте сбросим книгу. Доски, да, пока сбросим. Порох. Так, главное сейчас на него не напороться. Хотя я слышу его шаги прямо вот. Походу прямо. О! Под нами. Черт. Фиг поймешь, где он топает. Настолько громкие шаги, что непонятно, откуда они доносятся. Так, окей. Зомбарь здесь у нас убит. Так.
Что здесь у нас? Чьи-то каракули. К черту этих корпоративных ублюдков. Они меня кинули после всего, что я сделал. Но раз уж такое дело, будь что будет. Повеселюсь, пока весь мир летит в задницу. Я запер всех этих тупых свиней в загоне и заложил взрывчатку. Осталось только ее взорвать, и все. Саянора, придурки. Но нет, это слишком просто. Может быть, я дам таки тому поехавшему повод хорошенько повыть? Да, думаю, я вручу ему игрушку и скажу, убей того, кто рядом, или все погибнут. Интересно, что произойдет? Вы тут орете про правосудие и гордость, но сколько раз вы шли против меня, вашего начальника? Да ты хороший коп. Такой хороший, что тебе место в могиле. Черт, а это вообще весело. Включу-ка я музыку. Так, быстренько, быстренько. Где тут C4? Погнали. Погнали, 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 погнали. О, отлично. Так, ключ у нас еще нормально, да? Че, он не пришел сюда? На взрыв-то. В принципе, очень громко было. По идее, должны привлечь были. Слышали, да? Патрончики, отлично. Так, походу пришел, да? Блин, каждый шорох, блин, каждый шорох. Окей, так, здесь ничего интересного не лежит. Ничего не положили. Так, кто это у нас? Что за топот? Вон зомбарь стоит. Окей, так, это у нас женщина, да, получается? А у женщины у нас какой там пароль? Так. Баран, арфа и птица. Баран, арфа, птица, да? Есть. Есть. Первый медальончик есть. С дамой. Вот такой вот медальон. Большой украшенный медальон с изображением прекрасной дамы. Все, теперь валим. Кстати, лизун не пришел, да, заметили? Воу! Так. Окей. У нас есть здесь обходные пути. Нас не возьмешь. Нас живыми не возьмешь. Ублюдок. Отлично. Отлично. Так. Медальон выкладываем. Выложили. Такс. Куда нам еще теперь можно сходить? Так, здесь у нас, кстати, деревянные доски и трава не взята. Угу. Так. Надо в библиотеку. Да. Надо в библиотеку. Где ты? Там еще одна статуя.
Блин, с какой стороны-то он? Я вот не знаю, до сих пор я по звуку не могу сориентироваться. Когда, блин, топает, то как будто... Как будто вообще за спиной находится. Так. Надеюсь, мы правильно пошли. Надеюсь, его здесь нет. Это будет очень печально. Ну, ё-моё, а? Что ж ты будешь делать-то, а? Всё-таки здесь. Всё-таки мы ошиблись, блин. Окей. Окей. Так. Бежим через офис, короче. Плевать на него, пускай он за нами тут носится. Так он нам прохода не даст вообще. Я смотрю. Так что... Давайте действовать так. Так, вроде отстал, да? Тогда не шумим. Блин. Клэр, сняла бы каблуки. Ты цокаешь и привлекаешь его внимание. Так, походу он где-то здесь, да? Так, окей. Это что, здесь у нас какая дверь? Она закрыта вообще. Окей. Так, кто это? О-о-о. О-о-о. Фу. Пронесло. Пронесло. На лестницу, быстро. Блин, дверь-то закрыта. Я думал, она открыта. Тварь, а? Как же ты мне дорог, а? Воу! Чёрт! Обратно! Обратно! Беги! Ух ты! Он ему леща дал. Тиран дал зомби леща. Тварь, а? Не дает прохода. Ни капельки. Тварь приставучая. От тебя избавиться-то, а? Он стоит там, рыщет. Привет. Не зайдешь, не зайдешь. Ну, в домике ты не зайдешь сюда. Ку-ку. Ух ты, мы ему шляпу снесли. Подраконить его, что ли? Че, он обиделся, ушел, что ли?
Как говорится, шляпу сними. Так. Но он не наверх, это точно он пошел. Значит, можно спокойно как-нибудь пройтись. И забрать этот чертов медальон. Иначе будем долго так бегать от него. Я так полагаю, короче, тиран отстанет от нас только когда мы зайдем, короче, в эту. Так, здесь мы ничего не посмотрели, кстати. Всем выжившим. Тебе не повезло выжить. Тогда слушай внимательно. Береги жутких ублюдков, с которых будто кожу живьем содрали. Мы их зовем лизунами. Они слепые, как кроты, но с лихвой компенсируют этот недостаток острым слухом. Если не будешь бегать, как дебил, поля во все, что движется, то сможешь поскользнуть незамеченным, скорее всего. Короче, советую быть как моя бабка, еле шевелить ногами рядом с ними. Ладно, было приятно поболтать, но труба зовет, а еще мне нужно отомстить за друга, Дэвид. Видимо, Дэвид Форд, да, наверное, написал. Да блин! Какого черта ты здесь очутился-то, блин? Не, эта тварь нам не даст, короче, спокойно взять медальон. И он, наверное, по-любому обижен, то, что мы уронили его шляпу. Окей. Окей. Ладно, друзья. Сохраняемся. Вот. Будем сохраняться. Пытаться взять следующий медальон. Будем уже в следующей серии. А эту серию я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.